В самом сердце Евразии есть удивительный город. Необычный, амбициозный, построенный людьми для людей. Город, в котором живет мечта. Что мы знаем о нем? Это главный город 18-миллионной страны. Одна из самых молодых столиц мира. Символ роста и развития молодой страны. Здесь знают высокую цену мира. Умеют слышать и находить взаимный интерес. Споры заканчиваются компромиссами ради общего блага. Это город талантов. Тех, кому есть что сказать миру. Здесь бережно относятся к прошлому. Открывают неизвестные страницы истории. Мегаполис хранит и приумножает знания ради лучшего будущего. Лучший ответ вызовам времени – умение создавать новое. В этом городе люди ценят прошлое, но продолжают двигаться вперед. Неизведанное они делают реальным. Столица задает новые стандарты качества жизни. Сегодня современный мегаполис – это комфорт и безопасность. А еще развитая инфраструктура и передовые технологии. Но главное – это город, созданный для людей. Чтобы воплотить мечту об этом городе, понадобилась энергия каждого из 18 миллионов. Мы сделали это вместе –